Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку посильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Итак, коробочки номер 3 и 4. Продолжим в том же духе. Или даже лучше. Так. От серии «История хоккея» хотелось бы, конечно, получше карты, похитовее. По сути... Радует без вопросов, пока только обычные карты. Так, карта номер 1 третьего блока. Вот она. Это у нас дергается картинка. Подождите секунду. Это у нас Тим Томас. Game Used Emblem. Коллекция Heroes and Prospects 2005-2006 годов. Тираж карты. Где-нибудь бы посмотреть. А, да, Silver Version. Тираж карты 30 экземпляров. Что такое? Так. Карта номер 2. Это у нас будет... Это у нас будет новичок. Алиш Хемски. Из коллекции Биоплеер Тайкиджи. Год 2002-2003. Эдмонтон так и идет сегодня. Где ж ты, наш автограф Уэйна Грецки? Может быть, вот он. Посмотрим. Нет, это у нас автограф Билла Барбера. Уже лучше, чем то, что было в прошлый раз. Коллекция Топс 81 года. Достаточно неплохой автограф. И хита абсолютного и однозначного пока не было в этой коробочке. Возможно, вот он. Это у нас будет... Да, Эдмонтон. Марк Месье. Silver Version. Номер 13 из 40. Джерси одноцветный. Еще раз посмотрим и перейдем к следующему блоку. Где суперхиты-то? Пока не было. Еще есть шанс. Так, приступим к блоку номер 4. И первая карта из этого блока толстая. Достаточно коробочка. Посмотрим. Это Марсель Дион. Джерси карта. Из коллекции Биоплеер. Мемориабилия серии с 2001-2002
годов. Тираж карт. Посвящена она 500 голам, забитым Марселем Дионом. Тираж не указан. Ну, достаточно. Неплохая карта. Далее у нас будет карта новичка. И это Стив Айзерман. 84-85 год. Топс. Ну, тоже достаточно неплохо. Из четырех карт новичка это, пожалуй, лучшее из тех, которые мы с вами сегодня увидели. Ну, 39 голов и 48 передач было у Айзермана в дебютном сезоне. Очень неслабый результат. Так, теперь автограф. Это будет Стив Шат. Монреаль Канадиенс. Опичи. 81 год. Достаточно тоже неплохая карта. Единственный автограф по горизонтали. Ну, достаточно четкий черным маркером. И последняя карта. Где же хиты? Ну, это у нас будет возвращение капитана Сакукоеву. Серебряная версия. Тираж 29 из 40. Двухцветная джерси. Ну, как-то не очень, если честно. Эти два блока, те мне больше понравились предыдущие. Так, ну пока все. Следующие два блока будет после достаточно уже большой паузы. А пока до свидания.